Васильевич Волович, квантовая биология. Я попытаюсь рассказать о первых шагах новой научной дисциплины, которую стали называть квантовой биологией. На этой конференции, на предыдущих конференциях уже были доклады по применению квантического анализа в биологии. А сегодня будет речь о применении обычной квантовой механики. На эти темы у нас с коллегой из Токийского университета, Масано Риои, книга написана. Там много другого материала, но в частности по квантовой биологии. Математические основания квантовой теории информации и квантовых вычислений и применения к нано-биосистемам. Книга толстая, но там можно найти, если что заинтересуется, больше материалов по сегодняшней теме. То есть квантовая и биология. Тут сами постановки задачи и подход к этой проблематике вызывают дискуссии. Я не претендую на то, что здесь какое-то устоявшееся общественное мнение, но вещи интересные, я надеюсь, что будет интересно обсудить. Значит, квантовое, начнем с обсуждений квантомеханических эффектов. Квантовая механика – это не просто решение уравнения Шрёдингера, а там есть принципы за этим определенные стоят. Иногда даже не решая уравнение Шрёдингера, а просто используя эти общие принципы квантовой механики, можно получить очень интересные нетривиальные математические и физические следствия. Значит, эти все принципы можно так сформулировать. Первый принцип. Любой физической системе, а мы рассматриваем биологический организм как физическую систему, ставится в соответствии гибридного пространства. Неочевидный факт, потому что математически можно рассматривать банок, того что угодно. Значит, каждой физической системе, всей Вселенной, одному электрону, человеку, кому угодно, ставится в соответствии его гибридного пространства. Состояние системы описывается векторами из этого гибридного пространства, единичными векторами, называется чистое состояние, или матрицей плотности. Матрица плотности, на самом деле, это не матрица, это оператор положительный, не отрицательно определенный, следом единица и сам спектр. Теперь, никакой динамики еще нет, но уже можно проводить измерения. Измерения математически смотрят, как мы собирали теории относительных операторов. Наблюдаемое, я вот сказал, состояние. Теперь есть понятие состояния, есть понятие наблюдаемое. Наблюдаемое описывается сам сопряженным операторами в этом пространстве. Среднее от наблюдаемой, например, энергии по состоянию, это просто берется скалярное произведение вектора, действующего на вектор самим вектором. Потом есть прогрессия по расстоянию. Временная эволюция, это уравнение Шрёдингера знаменитое. Туда входит впервые, вот появилась постоянная планка. Мы сейчас немножко это обсуждаем. Часто этим ограничиваются, или первыми двумя пунктами, или вот гибридного пространства, теории измерений и абстрактного уравнения Шрёдингера. На самом деле не надо забывать, что есть обычное трехмерное пространство, в котором мы живем, и математически от него следы остаются в нашем формализме. Это унитарные представления группы движения этого пространства. Если есть два электрона, то как построить? Нужно взять тензорное произведение двух пространств, отвечающих каждому электрону. То же самое для n-частиц. Причем не просто тензорное произведение, а с учетом базы Ферми статистики. Замечательный факт, что в природе встречаются только симметричные волновые функции и антисимметричные. То есть функции от многих переменных может быть только либо симметричные, либо антисимметричные. Почему? Надо уточнить, что такое система. То ли это вся Вселенная, то ли частица в ящике, она взаимодействует с окружающей средой. Значит, если учитывается взаимодействие с окружающей средой, то эта система называется открытой. И открытые системы очень важны будут в биологии, как мы увидим. Так, это вот все максимумы квантовой механики. Теперь, кое-какие замечания насчет квантовых состояний измерений. Простейший пример гильбертового пространства – это один кубит. Вот в квантовой информации активно основное понятие можно сказать. Просто двумерное комплексное пространство с естественным скалярным произведением. Или L2 на R3N и так далее. Если А сам сопряженный оператор, а пси вектор из нашего гильбертового пространства, то среднее определяется вот по такой формуле.
Теперь наиболее интересные вещи в сфере измерений связаны с редукцией волновой функции. Значит, у нас пусть дан оператор А, и пусть спектр дискретный. Значит, вот его собственное значение лямбда, это собственные вектора. Они образуют полную систему собственных значений, собственных функций. Тогда любой вектор можно разложить в ряд по этим функциям. И давайте измерим эту нашу наблюдаемую, например, энергию системы. Значит, вероятность того, что энергия имеет значение лямбда кт, определяется по такой формуле. Надо взять состояние пси, в котором мы меряем, скалярное произведение с фикадом, собственным значением, взять квадрат модуля. Он будет равно цикатому здесь в этом случае. Очень важная вещь, что квадрат тут возникает. Из-за этого фактически даже не из-за комплексности чисел, а из-за того, что здесь квадрат, вот вероятность равна квадрату так называемой амплитуды перехода этого скалярного произведения. Из-за этого возникают совершенно фантастические квантово-механические эффекты. И вот теперь, что происходит с состоянием? У нас было исходное состояние пси, мы измерили значение, получили лямбда к. Что состояние произошло? Оно, оказывается, мгновенно перейдет в другое состояние, вот в это фи кт, если мы нашли лямбда кт. Это называется редукция или коллапс волновой функции. И даже не только физические, математические, но и философские дискуссии продолжаются до настоящего времени в попытках понять, как же происходит этот коллапс волновой функции. Потому что, так сказать, мгновенно вся информация средуцировалась в другое состояние. Вот один из замечательных примеров. Чудо квантовой интерференции, как мы его называем. Значит, дана такая установка. Экран с двумя отверстиями. Одно отверстие можно закрыть или открыть. И второе можно закрыть или открыть. Тогда, конечно, если мы, скажем, будем обстреливать из пулемета этот наш экран, то при одной закрытой щели и при другой закрытой щели будут там какие-то потемнения за экраном на мишени. И если открыть оба отверстия, то будут сумма, конечно, этих потемнений, сумма эффектов. Но оказывается, в квантовой механике это не так. Значит, вот этот опыт. Вот у нас источник, скажем, электронов. Все это в плоскости, перпендикулярной плоскости экрана. Вот здесь экран с двумя отверстиями, а вот здесь это экран, на который смотрит наблюдение. А это отверстие может быть открыто либо закрыто. Если открыто, то тогда идет частица вот таким образом. И вот так как-то идет. Ну и здесь будут какие-то потемнения, будет картина, в которой есть суммы двух картин при открытом первом отверстии и при открытом втором. Очевидно, в классике. Однако в квантовом случае получается замечательная вещь. Скажем, вот пусть второй экран закрыт, открыт только первая дырка. Получили какую-то картину распределения здесь отметок от электронов. Теперь откроем вторую дырку, второе отверстие. Тогда оказывается, те электроны, которые могли попасть в какие-то точки вот этой мишени экрана, они уже иногда не будут попадать. То есть почему-то открывание второго отверстия мешает некоторым электронам проникать через наш экран. Почему это получается, никто не знает, в общем, интуитивного объяснения не удается. Но мы можем рассчитать этот эффект, как учат студентов уже на третьем курсе физических факультетов, рассчитывать это элементарно. Но понять интуитивно это невозможно. Если были бы волны, можно было бы представить, что идет интерференция. Однако здесь речь идет о частицах электрона. Значит, итак, что же мы имеем? Вот вероятность того, что x это по вертикальной оси у нас отсчет координаты. Вероятность того, что частица прошла через отверстие b, это pb от x. Вероятность pc через отверстие c, pc от x. И оказывается, для электронов неверно, что если оба отверстия открыты, это равно будет сумме вероятности. То есть обычные принципы теории вероятности, колмогоровские, можно сказать, здесь не работают. Это квантовая вероятность. Хотя слово вероятность мы употребляем в обычном смысле. Значит, и секрет математический очень простой здесь. Как вот мы говорили, тут квадрат надо брать, эти скалярные произведения. То есть функция, которая описывает, она элемент гибридного пространства при открытом B-отверстии, плюс функция открытое отверстие C, квадрат модуля берется. И тогда возникает, конечно, вот
ББ вероятность, это квадрат первого выражения, а здесь квадрат второго. Но возникает еще квадрат суммы, удвоенное произведение. Это называется интерференционный член. То есть объяснение простое, но интуитивно понять очень, очень трудно. И функции здесь даже совсем простые. То есть в хорошем приближении каждая функция, вот эта, с которой мы имеем дело, может быть описана таким образом. Где RB – это расстояние от экрана от точки X до отверстия B, а RC – до отверстия C. Так, а уравнение Шрёдингера. Абстрактное уравнение Шрёдингера выглядит следующим образом. И H, D, Psi, P, D, T. Есть H на Psi, где H – сам спряженный оператор. Ну и по теореме Стоуна есть соответствующая унитарная группа. Значит, в простейших примерах у нас в нерелятивистской квантовой механике Пси – это волновая функция, так называемая, элементы Z2, R3, N. 3 – это потому что трехмерное пространство. Каждая Х ситой принадлежит R3. И вот оператор Шрёдингера обычный. Значит, минус сумма по всем йод от единицы до N, H квадрат на 2 mg, mg – положительная константа масса. Здесь лаплосиан соответствующий. И какая-то положительная функция, потенциальная энергия. Еще про уравнение Шрёдингера. Значит, у нас Пси зависит как от параметра, от времени. Давайте сделаем такую постановку. Возьмем нашу волновую функцию в виде экспонента, где есть число какое-то, на φ элемент из h. Вот из этого гибридного пространства. Тогда, очевидно, получим такое уравнение на собственное значение. H на φ равняется Eφ, φ из h. Это задача на собственное значение. Обычно во многих задачах квантовой механики к этому и сводится, то есть к стационарному уравнению Шрёдингера. Теперь, нам нужно будет исследовать довольно сложные системы, а именно длинные полимерные молекулы, биомолекулы. Написать уравнение математическое, которое их описывает, очень просто. Вот давайте его напишем. Значит, пусть у нас есть набор ядер. Что такое молекула? Значит, набор ядер, они окружены электронными оболочками и как-то связаны между собой. R1 и так далее, RK – это трехмерные вектора, координаты наших ядер. Есть множество электронов. R1 и Rn – это координаты каждого электрона. Ну, точнее, волновых функций, описывающих эти электроны. Электронов гораздо больше, чем ядер обычно. Тогда гамильтониан имеет следующий вид. Сумма трех слагаемых. Tr большое, Tr маленькое и функция от R большого и R маленького. Пространство L2R на 3K плюс N. Где Tr большое и Tr маленькое – это просто сумма соответствующих операторов Лапласа. Ну, так обозначена лапласианка соответствующей переменной. И здесь то же самое. Ню и N – разные константы. Причем это m масса ядра значительно больше, чем ню масса электрона. И это существенно для всего, для всей науки. То есть система вот написана, уравнение Гамильтона можно написать, но сделать с ней практически ничего невозможно из-за просто нашего неумения решать математические такие задачи. Поэтому берутся подсказки из физики, химии и биологии, чтобы продвинуться в этой тематике. Да, кроме того, вообще система на самом деле несколько более сложная. Надо учитывать еще спиновые переменные. Фотоны, которые могут падать, и для нас, для фотоэффекта, будет главное действующее условие. И окружающая среда, типа вода, воздух и так далее. Но мы пока это игнорируем. Это вот как спин вводится. То есть просто вместо переменных эрыты вводится пара эрыты и осы дискретные переменные. Так. Главное приближение, которое используется в химии, в квантовой химии и, следовательно, в биологии, это следующее. Мы представляем нашу сумму трех слагаемых в виде двух слагаемых H0 и TR. Вот это просто перепись исходного H. Рассматривая кинетическую энергию, рассматривая вот этот лаплосиан для ядер как возмущение. Почему так можно делать? Наивно, по крайней мере. Дело в том, что здесь стоит большой параметр M. Ну и так наивно, формально, хотя это, конечно, при старших производных, можно занулить его просто. Это некорректно, но вот математическая задача, одна из задач заключается в том, чтобы обосновать, потому что приближение работает прекрасно. Эта система, это малый параметр при старших производных. Хорошо известная задача, но здесь своя специфика есть. Итак, значит, H0
H0TR плюс V. И мы рассматриваем R большое как фиксированный какой-то параметр, а по R маленькому дифференциальное уравнение частных производных, критическое, конечно, здесь. H0 на φ n от R, уравнение на собственное значение обычно пишется. Эпсилон зависит от R большого как от параметра. Если нам удалось решить или исследовать это уравнение, это для электронов, тогда, зная собственное значение E n или эпсилон n, мы решаем, находим поправки. Учитывая теперь кинетические силы, это лучан R большого. И находим собственное значение энергии для ядер. Эта вот схема, она еще иногда называется Оппенгеймера, Борна-Оппенгеймера или адиабатическое приближение. К сожалению, неизвестны математические результаты касательно, мне по крайней мере, касательно этого приближения. Учет фотонов и взаимодействие с окружающей средой производится разными методами. Например, у нас в группе был развит метод стохастического предела совместно с итальянскими коллегами Сергей Владимирович Козырев, Александр Николаевич Печень и другие принимали участие. И книга есть на эту тему о кардиеле. Сергей Владимирович сегодня планирует рассказать про этот метод. Так, теперь простейший. Нам понадобится просто некоторое обозначение. Рассмотрим пространство С2. И в нем введем базис, и введем такие странноватые, но принятые в физике обозначения. Это называется кэт-вектор. Значит, здесь прямая линия, это не опечатка, а здесь дираковские обозначения. Просто столбец обозначим вот таким символом. А с единичкой внутри обозначим вот так. Скалярное произведение мы вот таким образом запишем. Значит, элемент из С2 можно записать в виде линейной комбинации наших этих векторов базисных. Ну, если единичный вектор, тогда сумма квадратов не будет равна единице. Для тензорного произведения n раз штуку, если взять, или q раз, можно любое целое число туда погрузить. Это вот исходный пункт для квантовых вычислений. Вот такая перенумерация базисов фактически. Вчера Владимир Николаевич Чубариков рассказывал о применениях теории чисел, в том числе и в квантовой механике. Вот здесь как раз самая известная в квантовых вычислениях задача, это и есть теоретическая задача, о факторизации целых чисел. То есть теоретически любое целое число можно представить в виде произведения простых. Но вопрос, насколько эффективен метод, как быстро можно найти эти простые. И оказывается, что квантовый алгоритм существенно превосходят все известные классические. Хотя, строго говоря, нет пока теоремы, что квантовый алгоритм превосходит любой классический. И превосходит из тех, которые пока удалось найти. Так, мы теперь постепенно двигаемся в сторону биологии. Что такое жизнь? Я даже скажу несколько слов потом. Интересный вопрос такой философский, отчасти вопрос, но мы, конечно, философии не будем особо вдаваться. Но как минимум жизнь – это самоорганизующийся процесс, при этом живые организмы порождают порядок и беспорядка. Ну, хорошие организмы. Есть такие организмы, которые порождают, наоборот, хаос и беспорядок. Значит, вот давайте сделаем такое небольшое исследование, обсуждение этого вопроса. Вот я говорил, для открытых систем пишется уравнение более общее, чем уравнение Шрёдингера. Значит, у нас матрица плотности ρ, это описывает состояние, то есть это положительный оператор со следом единица. Вот. Для него пишется такое уравнение по времени. dρ по dt, есть коммутатор минус ih с ρ, h наш гамильтониан. И вот если ограничиться только этим, то это фактически эквивалент уравнения Шрёдингера. Просто так называемое представление Гайзенберга, а не Шрёдингера. Это переписывается как эквивалент. Но для открытых систем, когда есть взаимодействие окружающей среды, возникает вот такая важная добавка. То есть сумма, будем считать сумма конечная, чтобы не обсуждать вопрос сходимости. Набор операторов L-альфа дан, которые самосопряженные и ограниченные ваши. L альфа ρ, L альфа со звездой сопряженный, минус 1 вторая L альфа со звездой, L альфа ρ, плюс ρ, L альфа со звездой, L альфа. Форма выглядит странновато, но на самом деле доказано при очень общих предположениях, что эта форма единственная, обязательно должен быть то вид, то такой. Это квантовый аналог уравнения Колмогорова для диффузионных процессов в теории вероятностей.
или уравнение Фокера-Планка. То есть фиксируется однозначно это все. Другое дело, что выбирать нужно нужным образом операторы L-альфа. Это зависит уже от системы. Значит, вот открытая система описывается таким образом. Рассмотрим простейший случай, когда h равно нулю, и L-альфа только единственный оператор, и работаем в C2, в одном кубике. Значит, L имеет вот такой вид. Корень из гамма, гамма положительное число. А эта штука означает просто матрицу 2 на 2. Да, просто перемножить наши эти базисные вектора, как обычным образом, как прямоугольные матрицы, получится матрица 2 на 2. Это удобное обозначение, чтобы проектор на единичный или нулевой вектор. Значит, тогда в этих предположениях наше уравнение, вот оно называется мастер уравнение или уравнение Горини, Косаковского, Сударшана, Линдблата. Оно будет иметь вот такой простой вид. Да, уравнение, кстати, линейное, так же, как уравнение Шрёдингера линейное. Вот уравнение Ньютона в классике – это не линейное уравнение. Уравнение Шрёдингера линейно, тем не менее оно содержит ньютоновские уравнения, как частный случай. Так вроде парадокс возникает, но на самом деле решение очень простое. Уравнение Леувиля в классике тоже линейно. Оно более общее, чем уравнение Ньютона. Это вопрос просто перехода к дуальному описанию. Так вот дано простое линейное уравнение, оно будет иметь вот такой вид. Значит, ρ1,1 тут. Это просто число, это значит скалярное определение ρ на единичный вектор и с единичным вектором. И то же самое здесь. А здесь уже ρ 2 на 2 матрицы действует снова на 2 на 2 матрицы. То есть это 2 на 2 матричное уравнение такое, линейное написано. Его можно решить. Решение вот оно. 0,0 это проектор на нулевой вектор, на вот первый вектор, а это на второй вектор базиса нашего. Решение будет иметь следующий вид. Две константы тут возникнут. x от нуля до единицы и t положительное. Ну, t время считаем больше нуля. Вот решение общее написано этого простейшего уравнения. Теперь вычислим фон Нейманскую так называемую энтропию. Это минус след ρ логарифм ρ. Это аналог Больцмановской энтропии, но в квантовой механике. Значит, тогда можно показать следующее, что в нуле при t равно нулю имеет ответ вот такой, ну просто подставить, а на бесконечности будет стремиться к нулю. Таким образом, это можно проверить, что энтропия здесь не возрастает, как положено по второму закону термодинамики, а убывает. Почему так получается, немножко странно, на самом деле это уравнение заслуживает гораздо более детального исследования, особенно в общем виде. Вообще-то так наивно предполагалось, что энтропия будет возрастать, как для любого решения этого уравнения. Но оказывается, это не так. Достаточные критерии можно дать, но пока полной ясности нет. По поводу биосистем, они, конечно, ограничены во времени, не только во времени, к сожалению, но и в пространстве. Вот. И есть знаменитые соотношения неопределенности Гайзенберга квантомеханические. Так вот, в конечном пространстве для ограниченных областей они, оказывается, не имеют места. Этим занимались ряд людей, это малоизвестный факт, вот с Антоном Трусикиным мы статью на эту тему написали, если кто интересуется, можно это подробнее обсудить. То есть есть коренное отличие, очень важное отличие конечных систем от бесконечных. Переходим теперь к биологии, то есть про квантовые дела мы поговорили, теперь переходим к биологии. Значит, можно ли говорить вообще о квантовых эффектах, нетривиальных в биологии? Так у нас все квантомеханическое на фундаментальном уровне, и поэтому по тривиальной причине все можно сказать квантовой механике сводится. Но это банальность. Потому что мы хотим иметь квантомеханические эффекты типа интерференции. Вот тогда мы говорим, что есть квантомеханические что-то интересное. Это наблюдать очень трудно, и мы видим, что в жизни этого нет. И причина есть чисто математическая, техническая, это так называемая декогерентность. То есть у нас макроскопический объект описывается уравнением Шрёдингера, мы задаем какое-то состояние исходное квантомеханическое, но оно моментально становится почти классическим через очень короткий промежуток времени. Это и есть декогерентность, то есть переход к классическому описанию. Сам переход. Вот. А какие же мы хотим видеть эффекты? Эффекты хотелось бы видеть что-нибудь из такого набора. Интерференция, которую мы обсуждали, то есть некая Холмогоровская вероятность, но для биосистем. Или туннелирование. В квантовой механике возможно прохождение под барьером, в отличие от классики. Это Гамов еще в 30-е годы впервые показал.
Теперь, самое модное, может быть, последние лет уже 10-20 понятие из квантовой механики – это зацепленное entanglement состояние. Это следующее. Возникло это впервые в работе Эйнштейна, Подольского, Розена, затем развивалось Шеллингером, Беллом и так далее. Значит, рассмотрим такую ситуацию. У нас пусть даны два удаленных друг от друга квантово-механических объекта, и производим измерение над одним объектом, спин, скажем, его, вверх или вниз смотрим, у левого объекта. Тогда моментально изменяется состояние правого объекта. Это что-то вроде дальнодействия такого мгновенного, что противоречит здравому смыслу его и теории относительности. В квантовой механике это происходит вследствие вот этой редукции волновой функции, которую мы вкратце вначале обсудили. Мгновенно происходит коллапс волновой функции в результате измерения. Мы измерили данные на одном объекте, состояние другого объекта почему-то обязательно изменится. И здесь начинаются сложные философские, логические и математические рассуждения на тему, что такое состояние и что такое сам объект. Состояние – это вроде наше знание, наша информация о нем, а изменился ли сам этот объект. И вполне серьезные специалисты связывают эти проблемы с проблемой свободы воли. Тут со времен создания квантовой механики, уже у Бора и Гайзенберга, такие мистические были вещи, что пока мы не видим электрон, он ведет себя квантомеханически, как только мы попытаемся наблюдать его положение или координату, или импульс, он ведет себя уже по-другому. То есть, если мы имеем информацию о квантомеханическом объекте, поведение одного типа, если не имеем другого типа. Я не настаиваю, сам я не сторонник этих вещей, я просто информирую, что люди вроде Паули и Гайзенберга вполне серьезно писали про эти вещи. Теперь, математический результат тут принадлежит наиболее известный Беллу, который доказал следующее, что некие вполне определенные величины квантомеханические, тут квантомеханика даже ни при чем, в общем, это задача типа проблема моментов. Он доказал, что нет, для некоторых функций не существует представление в виде моментов от вероятностной меры. Да, вот про роль сознания я уже упомянул. Популярное тут животное, так называемый кот Шрёдингера, это следующее. Значит, у нас проблема взаимодействия микро- и макромира имеется, и на макроуровне нет интерференции вот этим для пулек или для шариков. А сделаем тогда такую вещь, что предложил Шрёдингер, чтобы подчеркнуть парадоксальность квантомеханического описания реальности. Он говорит, рассмотрим комнату или ящик, где сидит кот, и там есть радиоактивное вещество, которое может распасться, может нет в любой момент. И если этот распад произошел, разбивается склянка с ядом, и тогда кот, значит, должен умереть. Пока мы не знаем, произошел радиоактивный распад или нет, мы не знаем, жив кот или нет. И тогда получается, что кот находится, пока мы не знаем деталей, в суперпозиции, в линейной комбинации мертвого кота и живого кота. Как только мы открыли ящик, мы уже знаем. Получается, в общем, я надеюсь, что я не слишком запутал и передал ощущение вот этого странности этой ситуации. Но это квантомеханическое описание реальной ситуации. На самом деле, хорошего ответа на этот вопрос, такого принятого между специалистами, нет. Но зато каждый считает, что он знает правильный ответ, а остальные все неправы. Это продолжается уже с 30-х годов. Бор в общем плане говорил, еще в 20-30-е годы, о принципе дополнительности, применительно к проблеме, к явлению человеческого сознания. Но я бы так это мог проиллюстрировать, эту общую мысль. Значит, когда мы думаем о чем-то, значит, мы предположим, что человек сознательный, сознательное существо, и вот мы думаем там о чем-то, думаем, ладно. Теперь попробуем осознать, о чем мы думаем в данный момент, то есть проследить за ходом своей мысли. Это не удается. Либо мы думаем, либо следим за тем, как мы мыслим. Это и есть принцип дополнительности. Либо координату можно измерить, либо импульс. А мысли две можно расчленить? Раз, два. Нет, я имею в виду нормально. Это называется шизофрения. Как? Насколько я знаю, это шизофрения, раздвоение сознания. Так вот, значит, какие
какие же серьезные вещи можно смотреть в биологии? Я не хочу сказать, что то, что я говорю, не серьезно, потому что там очень уважаемые специалисты придерживаются такой точки зрения. Значит, биология основана на химии, а химия основана на квантовой механике. Поэтому говорить, что квантовая механика лежит в основе биологии, с этой точки зрения это банальность. Но как мы уже договорились, мы хотим иметь квантово-механические эффекты, явно проявляющиеся. Мы их не видим. Значит, это мы рассказывали всем аксиом и декогеренции, это все рассказано. Одно из важнейших недавних открытий, что в фотосинтезе, оказывается, декогерентность, по крайней мере, не сразу наступает, и квантово-механические эффекты наблюдаются. Вот этот квантовый фотосинтез, это и есть основной предмет сегодняшнего доклада. Значит, фотосинтез. Какие в настоящем времени можно перечислить реальные квантовые эффекты, уже не зависящие от интерпретации? Фотосинтез, зрение. Значит, еще в 30-е годы Вавилов и его группа проводили в Филане, в Москве, опыты по наблюдению человеческим глазом отдельных фотонов. Они показали, что отдельно один, два или три фотона там трудно отличить, потому что флуктуирует число фотонов, но показали, что там 3, 4 или 5 фотонов может человеческий глаз наблюдать впервые. Потом это подтвердилось. То есть это очень тонкий организм, тонкий прибор, наш глаз, который регистрирует, способен регистрировать отдельные кванты. Да, интересная вещь, что психологически здесь есть 7 первичных цветов, как мы знаем. Каждый охотник желает знать. Да? Вот. Обоняние, как ни странно, нам хорошо тоже знакомое и мало, может быть, обсуждаемое в исследовательской литературе, тоже причисляется к числу квантово-механических эффектов. Там со времен Лукреция еще в Древней Греции, он как объяснял обоняние, что вещество, распыленное в воздухе, состоит на нашем языке из молекул определенной формы. А в носу у нас есть такие специальные принципы замок-ключ. То есть это как ключики, а там такие отверстия этой формы. Когда попадает в нужное отверстие, тогда мы ощущаем, чувствуем нужный определенный запах. И по современным представлениям эта картина почти правильная оказалась. То есть резонанс происходит между колебаниями вот этих отдельных микромолекул и соответствующих рецепторов у нас на носовой оболочке. Здесь любопытный факт, тоже я вот не знал, оказывается, есть 7 первичных запахов, и они перечислены тут даже. Почему-то цифра 7 магическая цифра. Теперь магниторецепция. Еще более-менее принятый квантово-механический эффект связан со следующим. Мы знаем, что вот птицы там улетают каждый сезон за 1000 километров, и люди давно пытались понять, как же им удается потом путь обратно находить, как они вообще ориентируются. Одна из наиболее популярных теорий, объясняющих это, связана с тем, что они реагируют на магнитное поле, а там поляризация отдельных фотонов. В этом магнитном поле Земли происходит. И у них есть рецепторы, которые вылавливают это. И еще, наконец, последний из таких более-менее экспериментально надежно установленных квантово-механических эффектов – это биофотоны. Значит, был установлен, это Гуревич, советский исследователь, еще в 30-е годы впервые сделал, что некоторые растения могут влиять друг на друга, стимулируя рост взаимный. Потом мы это исследовали на протяжении десятилетий. Вначале не верилось, потому что, знаете, лженаука вроде получается, что какие-то там излучения специфические в растениях. Но, по-видимому, это подтверждается. То есть излучение фотонов предназначены для сообщения между собой растениями. Так, и наконец мы попробуем немножко сказать, что такое жизнь в общем плане. Значит, тут я не буду вдаваться слишком далеко в эти вопросы.
Значит, жизнь – активная форма существования материи, в некотором смысле высшее по сравнению. Это я просто приведу принятые определения физической и химической формы существования, совокупность их связанных с обменом веществ и делением в клетке. Вот клетка для того, чтобы разговаривать о жизни, это основное совершенно понятие. В физике там в химии атом может быть, и элементарная частица, а в биологии это клетка. Значит, есть генетическая информация, и перечислить просто можно основные свойства жизни. Организация, ну и понятно, это метаболизм, это обмен веществ. То есть какие-то мы, когда принимаем пищу, сначала наш организм разлагает на составные, на простейшие составные части этой пищи, а потом синтезирует из них более сложные, белки, там, жиры и так далее. Рост, адаптация, организм приспособлен к внешним условиям, реакции на раздражители и воспроизводство. Но это основные характеристики, так, без претензий на оригинальность. Состоят они в основном из белков и нуклеиновых кислот. Это молекулы определенного вида. В биологии, вот у нас 7 принципов было подчеркнуто в квантовой теории, в биологии можно 5 как минимум принципов назвать. Все состоит из клеток. Возможно, началось все с одной клетки даже, и шел процесс эволюции, ну и про Дарвина все, конечно, знают. Генетическая информация передается тоже на клеточном уровне. Гомеостаз, это означает, что организм поддерживает, скажем, у нас тело поддерживает определенную температуру в широких пределах, независимо от окружающей среды. И используется энергия, солнечная энергия. Вот сейчас мы к этому и переходим, к энергии. Значит, что такое фотосинтез? Это наиболее яркое достижение последних лет в квантовой биологии. А именно, я сейчас перехожу к изложению того, что было открыто экспериментально. Фотосинтез изучается, конечно, давно, уже там, столетиями, но открытия были сделаны квантово-механически в последние годы. Значит, фотосинтез – это процесс образования органического вещества из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов. Это основной источник получения энергии на Земле. Вся жизнь на Земле зависит от этого фотосинтеза. Значит, он превращает энергию Солнца в химическую энергию, и воду из воды делает кислород. В частности, так называемый озоновый слой получается при участии как раз этого кислорода, произведенного растениями. То есть, если бы не было, если механизм был бы другой, а не фотосинтетический, с образованием кислорода, видимо, так жизнь могла бы в океане существовать, но на Землю она бы никогда не вышла, потому что ультрафиолетовое излучение ее погубило бы. Значит, вот картинка из школьного учебника про фотосинтез. У нас есть растения, корни, скажем, по корням поступает вода. Вот, по стволу идет на листья. На листья падает, по стеблю, на листья падает свет, фотоны, и есть углекислый газ, СО2. Там происходит некоторый процесс, в результате фотосинтеза возникает кислород и органические вещества, крахмал, глюкоза и так далее, которые, за счет которого производится рост растения. Вот что обычно результат фотосинтеза. Нас будет интересовать вопрос, что происходит с фотоном. При поглощении фотона происходят удивительные вещи. Так, это ладно. Значит, вот на что будет интересовать. Фотон от Солнца идет, падает на так называемую антенну. Она состоит из пигментов, это неорганические молекулы, и протеин, белков. Потом передается там несколько сотен молекул друг другу, передают эту энергию. И идет так называемый реакторный центр, где дальше химические дальнейшие идут процессы. Мы выделим только вот эти простейшие, близкие, математически наиболее простые процессы, чтобы проследить, что тут происходит. Значит, вот схема снова. Падает свет, фотон попал, а тут молекулы, и они передают друг другу, так, с скачкообразным процессом, идет в центр реакции. Была классическая теория развита Ферстером, но оказывается, она не все способна описать. Более аккуратно надо будет тут систему сильных взаимодействующих молекул, и надо говорить не о переносе электронов от одного атома или от одной молекулы к другой, а о переносе экситонов, так называемых,
Это коллективное возбуждение. Впервые были введены советским физиком Френкелем в 30-е годы, и сейчас общеприняты. В молекулярную физику их привел Давыдов сравнительно недавно. Важную вещь в биологии играет определенная форма молекул. Значит, химические связи и неопределенные электронные пары молекул стремятся расположиться как можно дальше друг от друга. Возникает удивительная красивая геометрия, там возникают призмы, там геометрические фигуры. Так, я чувствую, лучше немножко ускориться. Значит, полимеры. Это сложные молекулы, из которых нас будет интересовать, то есть макромолекулы, биомолекулы, молекулы специального вида. Значит, а именно органические соединения. В первую очередь, органические соединения это именно те, в которые входит углерод, но не все, правда, есть некоторые исключения. Углерод важен, потому что у него он охотно вступает во взаимодействие с другими атомами, с другими элементами. Это связано со структурой его электронной оболочки. Значит, органическое соединение, состоящее исключительно из атомов углерода и водорода, это простейшее будет метан. Пример биомолекул. То есть я ввожу просто номенклатуру, потому что иначе это... Я, во-первых, не биолог, конечно, и нет смысла. Пример биомолекул. Аминокислоты, углеводы, липиды, жиры и нуклеиновые кислоты. Есть и другие примеры, но только такие основные. Так. Тут были более подробно обсуждение, как устроен атом и почему атомы связываются в молекулы. На полуматематическом, полукачественном уровне картина более-менее ясная. Однако до математических теорем это довести не удалось. Значит, исследуется уравнение Шрёдингера стационарное, то есть задача на собственное значение, и там возникает сложная система классификации уровней энергии в зависимости от так называемых квантовых чисел. Скажем, вот для атома лития там первый уровень, второй уровень, и на третьем уровне это число электронов указанное, номера уровней с известной нам школы еще, может быть, обозначениями. Итак, когда мы решаем задачу на собственное значение, там возникают технические вещи, я не рассказываю, но возникают четыре квантовых числа. Главное квантовое число азимутальное, проекция магнитного момента и спин так называемый. Вот эти четыре числа характеризуют состояние электрона. И в силу принципа Паули только один электрон может иметь все четыре квантовых числа определенные. На этом основана квантовая химия и периодическая система Менделеева. Теперь, почему же атомы притягиваются друг к другу? Это квантово-механический эффект фактически. Значит, есть два ядра, вокруг них вращаются электроны. И когда происходит перекрывание электронных оболочек, то иногда пара электронов там вращаются, это наивное такое представление, там на самом деле речь идет о вероятности нахождения электронов в данной области. Когда пара электронов находится поблизости друг от друга, внешних электронов, у одного спин вверх, у другого вниз, это называется электронной парой, и из-за этого возникает эффективное притяжение. Энергия в биологических системах. Энергия нам, конечно, важна для жизни, для технологий и так далее. Биологические системы удивительны тем, что они очень эффективно используют эту энергию. Значит, именно фотосинтетический перенос энергии мы сейчас будем обсуждать. Тут такие громкие слова, что если бы удалось разобраться с этим переносом, то это было бы важно не только для академической науки, но и для технологии. 5 минут, да? Так, я перейду к уравнению все-таки. Значит, может быть, стоит отметить, что в недавних открытиях вот, эффективности переноса энергии при фотосинтезе люди попытались объяснить это буквально последние годы при помощи аналогии с квантовыми вычислениями, что
система одновременно открывает все каналы для фотона от начала антенны до ее конца, и тогда эффективный перебор всех возможных вариантов происходит квантомеханически. Такая своеобразная интерференция. Так, тут подробности мы туда опустим. Да, это вот ссылка на работу Знетчера, опубликованную в 2010 году, где поставлены эксперименты в попытках выяснить, классический или квантовый происходит образом перенос энергии по антенне к реакционному центру. И заключение, тут есть противоречие друг другу пока высказывания и работы. Заключение этих экспериментаторов было, что квантомеханическая, классическая теория Фёрстера не может объяснить этот процесс. Вот я перехожу к модели, одна из попыток объяснить математически то, что тут получается. Значит, так называемый квантовый граф. То есть у нас есть n узлов, соединенных ребрами. Значит, вот эта система. Эвельтониан имеет следующий вид. Это в тензорном произведении нескольких кубитов. H омега G T сигма G плюс сигма G минус. Здесь опечатка K G T должна быть вот здесь. V G K T некие числа. А сигма G плюс сигма G минус это вот такие. Используя привычные нам уже обозначения, это J 0. Матрица, в общем, некая. То есть это задана некая матрица. Это наш эвельтониан. Связанный с этим графом. Уравнение теперь, мастер уравнений, который мы обсуждали в начале. ДРО по ДТ равняется коммутатор H с РО, габельтониан некий надо, плюс так называемый диссипативный член и дефазировка члена. Это линейное дифференциальное уравнение, на самом деле система мгновенных дифференциальных уравнений. Вот, явный вид тут можно выписать. Это все не случайные выражения, они могут быть получены методом стахастического предела. В общем, дана система обыкновенных линейных дифференциальных уравнений. Это мы задаем какое-то определенное начальное данное, и наша задача будет выяснить вот результат. Как будет с течением времени развиваться эта система? Оказывается, если там константы выбрать все равными для простоты, и положить даже все габельтониан равный нулю и гамма большой равный нулю, то оказывается, если есть одна константа не нулевая, то предел... Если 0, вернее, то предел будет равен единице на n минус 1, n число узлов общих. Если же она не 0, то есть есть внешний шум, то предел равен единице, полная передача. Это показывает на этой простой модели, что внешний шум взаимодействует с окружением, которое, казалось бы, может испортить нам передачу энергии, на самом деле в некоторых ситуациях помогает сохранить стопроцентную вероятность передачи энергии по назначению. Так, и в заключение я подведу итоги. Значит, обсуждались вкратце математические вопросы квантовой молекулярной физики, полимерных биомолекул. Обычно и у нас тоже в отделе люди занимались математическими вопросами квантовой теории поля, скажем. Гораздо более сложными вроде вещами. А уравнение Шрёдингера для молекулы как-то оставалось за кадром. На самом деле жизнь-то там. То есть, может быть, пришло время уже от абстрактной теории, квантовой теории элементарности заниматься и биологией. Теперь, конструктивная роль шумов флуктуаций была отмечена. В частности, с Мусанори-Ои у нас была работа такая по квантовым вычислениям, где было показано, что в некоторых случаях хаотическое движение там, специального вида помогает увеличить мощность квантовых вычислений, решать так называемые НП-полные задачи. Модели фотосинтеза были вкратце обсуждены. И я не говорил, но это проскользнуло, что тайна жизни – это все-таки понять, как работает клетка. Вот на этом позвольте закончить.